Вау. Мария, что-то тут нашел нифиговое такое. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами Subnautica Below Zero, ниже нуля. Короче, я здесь плавал, и вроде бы как я нашел один коралл. В прошлой серии, как вы помните, мы не могли с вами найти эти кораллы, блин, ну я теперь потерялся, я даже опять его потерял походу. А, вот, смотри, вот она, фиговинка, вот он коралл. Давай, пластинчатый коралл, я же говорил, это пластинчатый коралл. Цвет не имеет, по-моему, значения. Так, можно использовать в изготовлении компьютерных микросхем. Так, доклад по состоянию картер. Кстати, мы не читали криптозух. Не читали, просто криптозух и все. И почитаем сейчас доклад вот это. Так, вот это извещение о смерти. Уважаемый... Вау. Уважаемый гражданин Ауэ, от имени Зеты... Лондо, руководитель секции роботехники 45-46Б и Индри Кармак, президента трансгосударства Альтера. С прискорбием сообщаем вам о смерти Саманты Айя. Она погибла на планете 45-46Б. К сожалению, в результате травм получен вследствие ее собственной халатности. Позвольте принести вам глубочайшие соболезнования в связи с утратой сестры. Хотя детальные сведения на данный момент недоступны, с вами свяжутся из департамента страхования и возмещения касательно ваших обязанностей. А, так, возмещение касательно ваших обязанностей как ближайшего родственника в отношении возмещения убытков и юридических сбор. Если у вас есть вопросы, можете заполнить форму такую-то, и ваш запрос будет обработан в порядке очереди. С уважаемым Эммануэль Дежарден какой-то, представитель по связанным с общественностью, так, трансгосударство Альтера. Так, записная беседа, мы вот это читали с вами, да? Так, лично есть что-то? Бронирование транспорта. О. Робин, вы... Так, это надо будет потом почитать лично. И вот этот, давать доклад. Так, поставки на эту проклятую планету продолжают задерживаться. Морские обезьяны снова украли груз из грузовика. Сигнальные ракеты заканчиваются, но я обыщу ближайшие гнезда на предмет груза. Обновлю доклад по следующей поставке при обнаружении груза. Статус поставки. Западный расход задерживается северно... Океанографическая станция задерживается. Фред. Так, надо будет потом личные записи всякие. Так, вылет. Я не импульсивный, я инициативно. Тоже надо будет почитать. Все, так, вот ядные, травмоядные, травоядные, всеядные, жопоядные. Все это выключаем, чертежи выключаем. Ладно, я понял, что я опять потерял этот гребаный коралл. Как же он меня бесит, так он здесь. Так, надо его ножом, по-моему, добывать, насколько я помню. Оп. Ебой. Есть один образец. Есть один образец. Отлично, просто супер. Гениально. Так, где еще мне найти такой коралл? Я понял, что он здесь обитает. Короче, а, вон они. Вон оно. Так, внимание, пройдена отметка 100 метров. Эффективность кислорода. Так, забираем. Эффективность кислорода снижена. Так, давай еще вот этот вот. Так, 30 секунд. Все. Тут отметка пройдена, поэтому кислород вообще заканчивается очень быстро. Ебой, мы нашли с вами коралл. Ну, наконец-то. Просто супер. Гениально. Классно. Восхитительно. Отрицательно, что не нашел ее в предыдущей серии. Ну, да ладно. Пофигу, мы можем теперь создать с вами эту фигню. Как она называется? Транспортная какая-то фигня. Короче, ладно. По крайней мере, я теперь знаю, где находится коралл. Переносной сборщик транспорта. Ебой, отлично. Теперь я смогу этот переносной сборщик поставить. И, наверное, какой-то транспорт у меня появится, нет? Окей. Так, разверните сборщик транспорта. Я понял. Сейчас я его разверну. Так, как он разворачивается? Вот так вот. Ох, как классно. Так, давай смотреть. Можем что-то мы создать? Я поднимаюсь на него. Я его использую. Но не используется, потому что... Может, у меня чертежей нету?
Может, у меня нет чертежей просто, чтобы создать этот переносной сборщик транспорта, а? Какого фига? Так, ладно, у меня есть образец коралла. Так, надо выключить это все. Смазку, микросхему. И нафиг я это создал? Алло, гараж, блин. Минералоискатель. У меня есть гравий-ловушка. Ладно, мы сейчас, наверное, создадим так. Давай этот сборщик транспорта уберем. По сути, так, надо взять с собой радиомаяк один, что ли? Как создать радиомаяк? Давай посмотрим. Медная руда и титан. А, ну на изи, я сейчас его создам тогда. Радиомаяк один создадим сейчас. Радиомаяки нужны, чтобы вот такие вот метки ставить. И пойдем тогда изучать, я не знаю, здешнюю флору и фауну, здешнюю карту. Смотреть, так, где этот вонючий радиомаяк? Давай, он тут делается. Так, что у меня с водой, что у меня с едой? У меня с едой и с водой, по-моему, все плохо. Не, хотя есть два батончика колбаски. Так, а чтобы создать, допустим, водостойкий контейнер, нужно два титана? Так у меня титана полно. Вообще изи. Так, давай вот этот титановый слиток выложим. Батареи разряженные выложим. Батареи бы мне еще создать, но у меня нету меди, да? Да, меди нету. Нам надо батарейки с собой бы взять. Так, ладно, сейчас посмотрим. Водостойкий контейнер. Давай, короче, создадим. Так, как он разворачивается? Вот так? Так, да, отлично. Он развернулся. Да, контейнер. Открыть хранилище. О, можем хотя бы сюда что-то поскидывать. Так, ну мы сюда... Что мы можем сюда поскидывать? Мы, наверное, вот эти всякие серебряная руда... Вот эти вот минералы, чтобы с собой это все не таскать, мы это скинем. Так, нам на базу. А сейчас батарейки. Я батарейки просто с собой возьму и отправимся на поиски. Не знаю, чего-либо. Я даже без понятия чего-либо. Может, обломки какие-то будем искать. Может, еще что-то. Пофигу вообще. Потому что ну, надо что-то делать, надо что-то менять. Мне нужен этот фигня, который базу создает. Так, раз, батарейка. И два батарейка. Все, отлично. Две батарейки в запасе есть. Это хорошо. Это круто. Так, давай посмотрим, что у нас в инвентаре. Ленточек. С собой ленточек у меня какой-то. Так, у меня аптечка плюс 50 здоровья. Давай одну аптечку захаваем. Есть один батончик 75 даст. И две воды по плюс 20 будет нам давать. Ну ладно, норм. Все, давай тогда сохраняемся. И валим. Валим, короче, куда-то, не знаю, куда глаза глядят, ребят. Я просто без понятия, вообще. Без понятия. Ладно, поплывем куда-нибудь. Может быть, что-нибудь найдем. Может быть, что-нибудь тут на глубине где-нибудь. Блин, я просто без понятия, вообще. Вообще, рили, не знаю, куда идти. Тут-то да, тут как бы с кислородом вот можно, допустим, у этих вот питаться фигнюшек. Но дело в том, что я глубоко-то не могу плавать. Вот в чем беда. Вот тут еще и акулка эта. Видишь, я не могу глубоко. У меня сейчас акула. От акулы я-то спрячусь. Это фиг с ним. Иди нафиг, акула. Она как бы, если плыть на нее, не обращать внимания, она тебя не тронет. Но тут дело в том, что костюм нужен такой, который позволит мне опускаться ниже 100 метров. Так, вот видишь, здесь с кислородом вообще проблем нету. С кислородом здесь нету проблем. Абсолютно никаких. О! Так, внимание, пройдена отметка. А, ну это этот. Это сборщик транспорта. Я уже его нашел. Он мне такой себе. Это нафиг он мне, в принципе, не нужен. Я его уже нашел. Я не знаю, где мне найти... Так, 80 метров у меня, да? Ну, норм. 80 метров, и я плыву куда-то. А, я уже, видимо, подплываю как раз вот к этому месту. Это что такое? Так, 30 секунд, ладно. Я поплыл. Так, подплываю, да, где тут здоровенные акулы были. Блин. Да, тут какая-то гейзерная зона. Вау, планета, смотри. Ух ты, там что-то светится. Увидали? Ты смотри, тут что-то светится. Вот видишь, мы что-то с вами и нашли. Это база какая-то.
Ох-ох-ох, отлично. Походу, какая-то база. Really? Как на нее залезть? А, ну норм. Так, загрузка, да, для док для морехода. Так, что, давай почитаем. Док, для морехода острова с грузовой ракетой, сектор 0. Инспектор, меня не волнует, потеряли ли вы его. Меня не волнует, даже если вы его украли. Все, что меня интересует, это где он сейчас, чтобы я мог... так, чтобы я мог подшить его в дело. Если он рассыпался, я должен увидеть кучу пыли. Так, надвигается опасная погода. Найдите убежище. Докер. Тут, наверное, 10, а то и 20 баз в радиусе нескольких километров. Все, что отправляется на Веспер, приходит, проходит здесь. Я видел полные грузовики алмазов, радиоактивные вещества, даже тот инопланетный хлам в запертых ящиках. Вы думаете, я знаю, где кто... там обронил отвертку, инспектор. Это был полностью оборудованием мореход. Для вас это, может, и не стоит траты времени. Но при масштабе работ этой организации, мое расследование, небольшие траты для того, чтобы подрядчики Альтеры не подумали, что безответственное обращение с оборудованием компании – это норма. Это дело принципа. Докер, так, вы корпоративный служащий, всю свою жизнь живете там, наверху, в роскоши. Нанимая нас, подрядчиков, выполнять работу, которую сами делать и не хотите за деньги, на которые бы не согласились, а потом еще и имеете нагло спускаться сюда и угрожать нам удерживанием оплаты. Инспектор, я провожу на планете столько же времени, сколько и вы. Докер, я знаю, о чем вы говорите. Мореход влип в неприятности в глубинах извилистых мостов. Начал сбрасывать модули. Пилот сказал, что оставил корабль где-то на отмели. Сделайте одолжение. Сходите и взгляните. Где-то на отмели. Мореход. Что это такое мореход? Мореход. Ну, это что-то прикольное, мне кажется. Так, ну, окей. Ну, а я тем временем насол сушу. Вау. Синий меховик. А можно его хавать? Видимо, нет. Так, это что такое? О, это не опасно? Нет. Это не опасно. Здесь можно греться. Прикинь. Так, давай сохранимся. Офигенно, так. Вау. Мария, что-то тут нашел нифиговое такое. Кристаллическая сера. Заберу, пожалуй. Пожалуй, заберу. Так, становится все красным. В этих местах можно греться. Так, тут пещера. Смотри, тут проход, туда проход. Слушай, мы нашли с вами какую-то офигенную сушу, видимо. Да, тут фонарики. Здравствуйте, фонарь. Так. Жар лилия. А, жарлилия. Типовая лилия. Странное растение, часто растущее на поверхности скалы, в пещерах. Лепестки светятся и генерируют значительное количество тепла, давая защиту от холода на поверхности. А, да. Классная вещь. Круто вы придумали, жарлилия. Нифига себе. Так, а это что? Листоплодник. Давай это изучим. Это, мне кажется, можно что-то хавать. Нет? Да. Так, ну-ка. Где листоплодник? Во. Так, еда плюс 15. Здоровье плюс 10. Вау. Офигенная вещь. Давай схаваем. Может, можно будет как-то это выращивать. Но он столько места занимает, что пипец просто. Еще и хпшку прибавляет. Так, давай. Погрей меня, жар лилия. Ты офигенная штука, оказывается. А я думаю, что за фигня эти... Цветки. Так, пошли сюда еще. Так, ну это то же самое, видимо, просто с другой стороны, да? Так, вот это можно изучить? Взять снег? А нафига мне снег? Где снег? Снежок. Что? На пятерочку? О. А! Снежки кидать могу? Серьезно? Ха-ха-ха. Давай поиграем в снежки. Так, смотри, пока погода нормальная. Блин, опять начинает портиться погода.
Где моя база? Моя база в той стороне. Мы можем, между прочим, попробовать посмотреть отсюда все. Но если я выйду сейчас, туман, да? Да, почему-то я выхожу на поверхность, и все плохо видно становится. Слушай, так, ну это напротив горы, ладно. Пошли дальше, короче, искать. Что тут? Я так понимаю. Так, мы сейчас тут погреемся. Вау. Кстати, по-моему, я находил такое, если кто-то помнит, давным-давно, когда я стримил эту игру, когда она только вышла, Below Zero, был стрим, да. Тогда еще она в бета-тесте только вышла вроде. Так, это что опять? Вау, тут вообще что-то так плохо видно становится. Это туман. Но тут можно погреться, это классно. Тут кругом вообще, смотри. Взять снег почему-то. Почему-то сюда показывает взять снег, хотя я абсолютно не в снегу. Медная руда, заберу, пожалуй. Так, тут что? Схрон аварийного снаряжения. Блин, этот схрон... Но я его пока не отключаю, потому что... Пусть будет, чтобы ориентир был. Так, а там дымится. А, тут еще, видимо, проход один, да? Так, я фиг его знает, куда я иду, ребят. Ну, куда-то я иду. И так вот, я, короче, стримил эту игру. Вот, и... Собственно... Так, заберем вот эту серу, она мне пригодится. На крайняк, если что, что-то выкинем. И я, по-моему, находил какой-то остров, и там на этом острове было... Вау! Здрасте. Это что такое? Это какая-то... Так, а как мне пригнуться тут? Кстати, мой персонаж, по-моему, не может садиться, да? Он не садится. А тут вроде как проход. Но я пройти туда не могу. Хо, странно. Ладно. О. Что это летает такое? Бабочки? Это бабочки? Летучие мыши какие-то. Так, я здесь греюсь. Оу. Я какой-то на другую сторону острова, что ли, вышел. А что это за птицы? Это птицы или бабочки, или летучие мыши какие-то, фиг пойми. Так, я пришел отсюда или оттуда? Откуда я пришел? Пипец, здесь много известняка как. Так, ну титан. Медную руду лучше возьму. Титан что-то мне не особо-то хочется брать. Ладно. Вау, я прошу, нашел какой-то проход. Кристаллическая сера. Да у меня ее уже, походу, завались. Да, мне ее полно. Смотри, нашел какой-то проход. Блин, заходи. Так, давай сохранимся, а? Жесть какая-то. Высота тут нереальная. Вау. Так, надвигается опасная погода, найдите убежище. Смотри, что нашел. Да, 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 вот тут ракета была. Да, я это место находил. Что это? Многофункциональная комната. Офигенно, мы сейчас сможем... А, у меня нет строительного вот этого инструмента. По-моему, он так как-то называется. Строитель он, по-моему, назывался. Смотри, многофункциональная комната. Нужна всего 6... Большой аквариум синтезирован. Вау. Стекло 5 и титана 2. Мы же можем тут базу строить. Кто не помнит. Кто помнит, кто не помнит. Фрагмент строителя. Вот, пожалуйста, фрагмент строителя. Строитель. Е-бой, люк, усиленный корпус. Все. Энергопередатчик. Увеличит дальность действия источника питания. Лестница. Солнечная панель. Биореактор. Ой, как... зарядное устройство для батареи. Ну, наконец-то. Это что, указатель? Затель какой-то, нафиг он мне не нужен. Отсеки, все, фундамент. О, я мерзну. Я мерзну. Открыть. Давай, 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 давай. Тут тепло, нет? Да, здесь тепло. Ой, давай тут все сканировать. Ой, как же хорошо, офисный стол. Фрагмент музыкального автомата.
Блин, это все мы потом посмотрим, чтобы время не тянуть. Барный стол. И тут тепло, между прочим, ребят. Что классно. Динамик музыкального автомата. Командирское кресло. А, кофе. Смотри, это кофемашина же. Большая бутылка. Так, аптечку. Стойка. Так, отлично, командирское кресло, стойка. О, питательный батончик. Так, это все мы заберем, пожалуй, с собой. Плакат о наградах Альтеры. Тоже нафиг отсканируем. А можно его снять? Да что ты убрал этот сканер? Шкаф. Сканируем. Так, просканируем шкаф. Изготовитель. Вау, изготовитель даже можно. Он же у меня есть вроде. Так, окей, КПК Альтеры, давай читать. Открыта база данных записи. Руководство исследовательская станция 0. Руководство исследовательская станция 0. Добро пожаловать в ваш второй дом на 4546Б. Данная брошюра знакомит вас с вашим новым местом проживания. Окружающая местность, сектор 0, охватывает 2 квадратных километра океана, расположенный недалеко от экватора планеты. Необычные природные условия погружают эту зону в практически вечную зиму. Так, прерываемую экстремальными погодными явлениями. По невыясненным причинам он был избран архитекторами в качестве узлового пункта для их установок. Жизнь в данной области расцвела после выпуска фермента 42 в общую экосистему. Так, исследовательская станция 0. Вы назначены на базу главного сектора, расположенную на крупной ледяной шапке. На западе, прямо под главным участком ксенологического исследования, отсюда вы будете проводить исследования инопланетных коммуникаций и технологий, а также отправляться на местные операции к дистанционно управляемым установкам в секторы. Так, проживание на 3-6 человек, полноценная научно-инженерная секция, секция, большая теплица, установка фильтрации воды, комплекс для метеопрогнозов, отсек крабов. Что за отсек крабов? Так, данные по награды за предтечи. Получайте награды за сканирование технологии предтечи. Данные по инопланетянам. Чертежи. Снаряжение. Музыкальный автомат. Работайте под успокаивающей мелодией лучших музыкантов из Альтера. Ха, прикольно. Так, ладно, давай дальше. Можем сесть, посидеть. Ну ладно, так, шкаф нельзя открыть, да, что-то посмотреть. Так, почему кофейный аппарат не сканируется? Настенная полка. О, давай отсканируем. Ну, пригодится, фиг с ним, настенную полку. Так, батончик забери. А почему я не могу отсканировать кофейный аппарат? Это же кофейный аппарат. Какого фига? Так, ладно, давай дальше смотреть. Одноместная кровать. Классная вещь тоже. Да, мы же тут и спать можем, я помню. Так, одноместная кровать. Так, спать. Это что? Настенные полки. Давай. Так, обычная двухместная кровать. Настенные полки сейчас засканируем. Так, взять снег почему-то. Сесть. Что-то еще сканируем. Так. Это что такое? Фрагмент модификационной станции. Какой-то фрагмент. Взять снег. Да почему ты снег хочешь взять? Я не понимаю. Так, использовать рассадник. Использовать его могу. А что... Как я могу? А, что-то посадить сюда могу, смотри. А, нет, ленточек не могу посадить. Так, могу спать, и вот КПК Альтера. Так, королевское совещание, работник 36789. Эммануэль, Фред, рад видеть, заходи. Ты не будешь возражать, если я запишу наш разговор, хорошо? Фред, у меня проблемы? Эммануэль смеется. Нет, ты же меня знаешь, я обожаю подробности, просто моя память уже не так хороша. Так, смешок. Фред говорит, я знаю, каково это, Эммануэль. Да, поэтому ты продолжаешь катать своих коллег, даже когда мы попросили сократить количество поездок. Так у меня правда проблемы? Мне не нравится, что ты смотришь на эту ситуацию под таким углом. Вот моя точка зрения. Ты командный игрок, ты хочешь сделать дело. Фред, я думаю, это у меня хорошо получается. Эммануэль, ты хочешь, чтобы люди любили тебя, Фред? А кто?
кто-то жаловался. Фред, проблема в том, что не все такие надежные, как ты. Мы, конечно, доверяем всем, но иногда людям нужно указать, где они должны быть, и сосредоточить их на работе. Фред, все поездки были по работе. Так, Эммануэль просматривает бухгалтерскую книгу. Похоже, ты увез Лил довольно далеко от ее базы. Ей нужно было погрузиться глубоко, ей нужен был мореход. Эммануэль, она должна работать на наземных объектах, ей вообще не нужно погружаться в воду. Фред, больше никаких одолжений друзьям, договорились? Фред, да, сэр. Разочарованный вздох. Сколько раз говорить? Не называй меня Ману, смеется. Фред, неловкий смех. Угу. Какую-то Лиу далеко от ее базы увез. То есть, есть еще какие-то базы. Так, вот это что? Вот это ничего не могу я. Интересно, если я лягу спать, что это мне даст? Но сейчас я не буду. Раньше я помню, что если я ложился спать, то как бы... просыпался, допустим. Так, взять снег. Да почему такой глюк, снег берется прямо здесь? Это странно какое-то. Ладно, давайте смотреть, все ли я просканировал. Вроде бы я здесь все, что мог просканировать, только кофейный аппарат почему-то не сканируется. Вот это странно. Но может, он у меня уже появился в чертежах? Термоклинок! Жарит и стерилизует мелкий организм, делая их пригодным к немедленному употреблению. Да, вот это хорошая вещь. То есть сразу еда у нас уже будет готова. Так, изготовитель, музыкальный автомат. Шкаф еще не отсканировал, стеллаж для растений. Изготовитель, основной изготовитель для выживания. Перестраивает ресурсы на атомном уровне в полезные предметы. Атомарном каком-то. Я думаю, атомном. Так, не знаю, модификационная станция. Улучшенный изготовитель для модификации снаряжений. Блин, а куда ее ставить? Я уже забыл. Ладно, окей. Что здесь еще у нас? Растения, горшки. Внутренние горшки бывают разные для декоративно-ботанического использования. Понятно. Так, окей. Вроде бы я тут все отсканировал. Пошли смотреть, что здесь. Блин, тут достаточно холодно. Так, открыт ящик. Комната сканирования находит ресурсы обломки предельного радиуса. Комнату сканирования нашел. Да-да-да-да-да, помню. Так, взять снег, да снег мне нафиг не нужен. Ладно, окей, я нашел комнату сканирования. А на солнце я... Не, на солнце мне также, наверное, холодно. Там солнечные батареи, видимо, да? А тут что? А, это птичка сидела. Я понял. Так, ладно, давайте, наверное, на этом закончим, ребят, на сегодня. Продолжим в следующем видео уже. Почему я не могу приседать? Вот это я не понимаю. Видимо, я все-таки не могу приседать. Я не помню, мог я приседать в предыдущей части или нет. Ну да ладно, короче, сяду, посижу немножко, отдохну. С вами был Максим, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, продолжим в следующем видео. Вот, всем удачи, всем пока.